Для кого-то масленица – это большое количество блинов, для кого-то веселые пляски. Ну а чем запомнится масленица 2011 посетителям парка Бабушкина, мы узнаем прямо сейчас. Меня миллионка 30, я пошла от них стопиться, прихожу я на реку, они стоят на берегу. Первое, что приходит в голову, люди за зиму истосковались по солнцу, весне и народным гуляниям. 6 марта у всех жителей Невского района была прекрасная возможность всей семьей отдохнуть на Масленице. И большинство из них, похоже, ею воспользовались. Вся огромная территория парка была заполнена людьми. Такого количества посетителей дирекция не видела давно. Народу как никогда, в принципе, парк развивается, идет постепенно по этапам своего эволюционного развития. В этот день было весело всем. Организаторы Масленицы предложили забавы и развлечения. Лечение на любой вкус. Взрослые богатыри состязались в ловкости и силе, а маленькие гости лакомились блинами, танцевали под русские народные частушки и участвовали в конкурсах. Перед посетителями выступило множество творческих коллективов, подарив прекрасное настроение всем, кто солнечным воскресным утром пришел в парк имени Бабушкина. Мы на все праздники обычно сюда приходим, но вот сегодня узнали, что Масленица. В общем-то, нам пока все нравится. Нам здесь очень понравилось. Потрясающе, замечательные гуляния, чувствуется такая русская душа вот этого всего праздника. Тебе нравится? Добавить к словам посетителей сегодня уже, пожалуй, нечего. Разве что... Ай да масленица! Елена Петряева, Махти Сагаев из парка Бабушкина специально для Соц ТВ.